Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас на обзоре очередной китаец, китайская подделка. На этот раз китайцы восхитились у нас триммером Indy Slimline Pro Lead D8 и выпустили свою подделку этого триммера. Подделали они и триммер, и упаковку. Упаковка очень похожа, но в несколько раз меньше, чем оригинальная. То есть коробочка точно такая же, только очень маленькая. То есть она раза в два тоньше, ну и поуже, где-то на треть. Ладно, бог с ним, с упаковкой. На упаковке здесь у нас написано, что вот он такой замечательный, беспроводной. Но, честно говоря, читать здесь что-то особо смысла не имеет, поскольку это китайцы, и у них не всегда содержимое соответствует тому, что на коробке написано. Ну, давайте заглянем внутрь, посмотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас сам триммер, внешне очень похож, бутылочка масла, на удивление китайцы в этот раз прислали масло, обычно они его вытаскивают, потому что не пропускают транспортные компании его. Насадки 4 штуки, так же как у оригинального триммера, здесь в комплекте у нас насадки 1,5, 3, 6 и 10 мм, и насадочки в общем-то точно такие же, выглядят точно так же. В принципе, качество пластика терпимое, да, не могу сказать, что прямо такое уж плохое качество. Дальше, зарядка. Зарядка здесь используется не какая-то своя собственная, как у Indy's, у них там специальный какой-то блок зарядный, а здесь используется зарядка от USB. Ну и в комплекте зарядное устройство на 1 ампер, 5 вольт само собой. Ну и наконец, сама машинка. Машинка очень похоже на оригинал. Слева у нас оригинал, если кто не догадался. Справа подделка. Немножко отличается тон. Здесь он более холодный. Здесь более темный. Немножко пониже качество пластика. Если вон заглянуть туда, где у нас кнопочка вкл-выкл, здесь мы видим, что есть дефекты отливки. Ну, само собой, качество китайской подделки все же уступает оригиналу в мелких деталях. Ну и из явных отличий, еще раз повторимся, здесь зарядка по micro USB идет, здесь зарядка идет, ну, свой штекер кругленький. Ножи, опять же, очень похожи. В принципе, конфигурация та же самая, ножи взаимозаменяемые. То есть можно сюда поставить в будущем оригинальный нож. Ну, хотя смысл проще сразу купить настоящий оригинальный триммер. По мощности ничего сказать не могу. Триммер я разбирал. Компоновка примерно соответствует компоновке у Indy's, но аккумулятор без маркировки, поэтому сказать, какая у него реальная емкость и, соответственно, какая реальная мощность двигателя, невозможно. В руке лежат они практически одинаково. Чувствуется, что немножко другой баланс, развесовка китайского триммера, но это не значит, что эта развесовка какая-то неправильная, она просто другая. Ну и общий вывод, ну, в целом, что я могу сказать, пойдет. Понятно, что это не оригинал. Понятно, что качество ножей будет наверняка ниже. Непонятна надежность внутрянки. Но, в принципе, если для дома, то, возможно, даже и сойдет. Ножи довольно острые. Причем здесь они сразу же с завода, с китайского, были выставлены в ноль. Если посмотреть, у Indy's там есть расстояние где-то 0,5 мм или меньше между ножами, у китайца там расстояние порядка 1-2 мм. То есть прямо очень близко, но кожу не царапает, на себе проверял. Снимает очень близко, очень чисто, но, как обычно, у китайцев наверняка недолговечно. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Ссылку на этого китайца я оставлю, но, опять же, мы такими китайцами не торгуем, мы не собираемся, просто иногда мне интересно посмотреть, что же там китайцы наподделывали. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то интересные вопросы, спрашивайте, можете спрашивать здесь в комментариях под видео, можете спрашивать у нас в группе ВКонтакте, которая называется, вы не поверите, Енот Постригун. Также у нас есть сайт, где можно купить оригинальную продукцию, которая называется Енот Постригун. Ну и недавно мы обзавелись Инстаграмом, в котором пытаемся что-то публиковать, пока очень редко. Ну, пока-пока, до новых встреч!